Вот уже второй год подряд дирекция спортивных сооружений открывает двери спорткомплекса для детей, которые в рамках летней площадки отдыхают и повышают свой интерес к спорту. Накануне прошло торжественное закрытие второго сезона. Здесь они получают просто в их распоряжение это плавательный бассейн, спортивные залы, туристические походы, значит, люди ходят. Здесь всесторонние, поэтому после вот этих посещений дети, наоборот, узнают территорию, узнают и уже сами с родителями определяются, где бы можно было в дальнейшем заниматься спортом. Мне больше всего запомнилось, как мы играли в футбол, баскетбол и плавали в бассейне. Мне понравился футбол. Водный пионербол. Мы кидали шарики через сетку с водой. Мне больше понравилось играть в волейбол, в пионербол, а больше участвовать в эстафетах. Занимались спортом, играли очень много, выучили несколько песней и танцы тоже. Потому что эта площадка, ты можешь видеть своих родителей, и ты, получается, играешь, вот это вот чувствуешь. Не просто гуляешь где-то на улице, а вот прям играешь, там все устраивают. После праздничного концерта, организованного детьми, состоялось вручение памятных подарков. По словам родителей, дети в восторге от спортивной смены, поэтому лагерь обязательно продолжит свою работу в следующем году.